получается, что этот сюжет показан. И он, я думаю, перевернет сознание многих наших зрителей. После этого, к сожалению, снова у нас все вернулось. Вот, смотри, как! Давид! Ай, ты сломал! Давид! Сын! Что ты плачешь? Я буду играть с Звездной Войной. А я тоже хотим. О, у меня два звездных меча. Так, пока давайте так не играться. Хорошо. Богдан. Я победил. На улице так будете играться. Вот на улице потом пойдете и будете так играться. Дома тут так не надо играть. А есть еще такой же шарик? Ну, сколько есть здесь, столько и есть. Больше нет. Нет, я просто хочу надуть. А, нету. Так, насос нужен. Что, может пощекотать? Не, не надо, не нравится ему. Не плачь. Богдан, мультики включи. Ну иди, включи мультики. Син. Иди. Вот этим пультом переключается. Нет. Вот этим? Роман, это же будет поражение, Роман. Только за решеткой на скамье подсудимых. Я приношу свои извинения за то, что я, так сказать, подвел вас, но я ухожу, извините, я присутствую. Это очень браво, Роман Олегович, спасибо вам большое в любом случае. Значит... Да ну, плохой мультик. Фу. Подплыл. Катю! А этот? Нет, я хочу тот. Уже вы хотите удивить зрителя? Мы очень старались их хотеть. А у нас снова пиори в атаку. Что, я ничего не... Богдан!